За выдатные достижения в галине выявленчего музычного эстрадного мастерства, музейной справы, киновидеомастерства, телебачення, народной и аматорской мастацкой творчести, научание и выхование творчей молоди присудить специальную премию президента Республики Беларусь дьячам культуры и мастацтва 2019 года. Коллективу Ивьевского центра культуры и вольного часу за реализацию проекта «Ивьевский колорит». Премия вручается директору Ракич Светлане Александровне и режиссеру Завадскому Миколаю Петровичу.